Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Planet NonRP. Это NonRP сервак, чуваки, поэтому нужно там писать типа NonRP и так далее. Сервер, я думаю, в принципе, развлекательный просто. Просто развлекательный сервак. Админка при входе, типа, есть, да? Здесь такая игра есть, типа, теперь он пишет число в чат, тому, видите, я 3 очка доната выиграл. Поэтому прикольненько, прикольненько. Я вставил модпак себе. Типа админка дается, внутри. Я, кстати, не знал. Да, четвертый уровень админки дается, потом 10 уровень дается и 10 миллионов дается. В принципе, я думаю, неплохо. Так, давайте, не знаю, что сделаем, в принципе. Давайте возьмем мотоцикл, ну что тут у нас есть вообще? Это магазин 20. Ух ты, он похож стоит. Лол. Он стоит 10 миллионов. Я думаю, никому не нужен. Ну давайте посмотрим просто интерьер. Хотя это NonRP сервер, но все же. Так. Сначала купить телефон, окей. Так. Телефон. Ладно, надо за тинерой выйти. Вот, все. IP и группа модпак будет еще в описании, пацаны. Сервер, как я понял, недавно открылся. Я в группе просто смотрел, да, он недавно открылся, короче. Давайте выберем себе номер какой-то нормальный. Так, параша. В принципе, папки у нас есть, как бы. Поэтому можно немного побаловаться с номерами. Не, ну это прикольно, что можно номер себе блатно выбить. Так, а выбить бы нормальный какой-то номерок. Так, что-то я уже денег до хера потратил на этот номер. Хотя, 250 рублей недорого вообще. Поэтому сейчас пробуем выбить нормальный номер и пойдем дальше. И будет все хорошо. Короче, задолбался эти номера выбивать на самом деле. Я выбил номер 79009. Пусть будет, ладно. В принципе, так нормально. Сейчас рано и утром, пацаны, поэтому онлайн сейчас маленький. Тем более сервак открылся совсем недавно. Так, что нам нужно вообще? Давайте, а на ТП есть у нас телепорт? О, да, кстати, есть. Так, автошкола. Анашан. Даже не знаю, куда ТП функция, в принципе. Команда Бэк нам доступна. Мне надо 4 часа отыграть. Ну, похожая система, в принципе. С каким проектом? Так, банк, автобаза, аренда машин, салон. Окей, давайте посмотрим, какие здесь машинки есть у нас. У вас нет дома, квартиры. Угу. У нас нету дома, либо квартиры. Хорошо. Давайте-то поехнемся к Анашану. Возможно, там есть. Дом или квартира. Вот, дом вижу. Вижу дом, пацаны. Сейчас мы его и купим. Не, прикольно, админка при входе, в принципе. Кто еще никогда не был админом, можете почувствовать себя администратором, в принципе, да? Не знаю даже, какой дом купить. Этот дом куплен, да, давайте этот дом купим, короче. Тогда. Так, сколько он стоит, мне интересно просто еще. Надеюсь, не очень дорого. 300 тысяч. Чем куплен, типа, стоп. Так, назад. Он куплен? Или мне показалось? А что не... А, мне там надо было попросить команду какую-то. А, точно, бой. Бай. Все, я купил за 300 тысяч дом. Давайте зайдем, посмотрим чисто интерьерчик какой здесь. Ну, похожий интерьерчик, в принципе. Я уже такой видел. Так, открыть. Номер дома 88. Окей. Выйти. Теперь можно к автосалону ТП в принципе. Так, автосалоны. Автосалоны. Окей, все. Так. Что есть тут за модпак вообще? Так, Брабус. Угу. Гелич. Эти машины довольно-таки недорогие. Вроде бы как. Это мало машин, кстати. Выбор небольшой. Я хз даже что взять.
5 100 000. Давайте купим себе белый GTR. Есть. Окей. Погнали дальше. Так, магазин одежды давайте посмотрим. О, дома, кстати, блин, есть. А я что-то не купил. Что это только что было? Бля, чуть не обосрался нахер. Что это только что было? Так, сет хп нам доступна команда. Через 4 часа. Окей. Один теперь наша машина, вот в чем проблема. Так. Автосалон. Вот она. А что это только что было? Что за дикий буст? Вот знаете, что произошло? Я обратно разложился. Я что-то не понимаю, что он так быстро едет. Давайте тпхнемся куда-то, не знаю. Куньоди, кстати. Я могу тачки телепортировать. Видимо, нет. У меня какой-то маленький уровень админки. А, ну это же начальный, в принципе. Тут можно, по-моему... Давайте донат пропишем. 13 рубля. Все предупреждения. Так, покупка лидерки, покупка админ прав. Услуга анти. Так, приобрести команды, приобрести джетпак можно. Так, включи страница. 88. Окей. Я хочу просто выехать куда-то, чтобы, блин, навальнуть нормально на ней, потому что она какая-то бешеная. Сейчас выйдем на мост южный, попробуем валить. Потому что у нее какой-то буст стоит, либо я хрен знает, что с ней такое. Сейчас вы все увидите. Всю эту мощь. Либо это только в южном такая дичь происходит. Так, тапку в пол даем. А что тут нормально едет? Хм. Чё она в южном такая дикая? Ебанута какая-то. Во-во-во-во-во. Смотрите. Только что эта хрень была? Чё это такое вообще? Я не понимаю. Чё это такая ебанутая просто? Я понял, пацаны, короче, едите вот так прямо, нажимайте кнопку назад, и она ебашит жестко. Блять, блять, дайте мне выпрыгнуть, дайте я выпрыгну с нее, нет. Блять, это пизда просто. Во, можно тебе дать, так. 93, по-моему, да. Вот, 2 очка доната выиграл еще. Это пизда какая машина, смотрите. Просто нажимаю, смотрите, едите вперед, нажимайте кнопку назад ехать. Это пиздец, смотри, какой буст просто ебанутый. Ай, ебаный, читер какая-то эта машина, это все машины такие. Бля, можно мне остановиться, пожалуйста? Пожалуйста, я хочу жить. Я хочу жить. Блядь, что за хуйня? О, господи. Так, автосалон. Блин, я боюсь эту машину. В общем, проблема. Короче, не советую вам нажимать букву S. Или как это называется, это буква, блин. Да, S, буква, короче. Вот, вы едете, газ нажимаете, S нажимаете, и она просто начинает дико выебашить, это пиздец. Я не знаю, я такого еще не видел. Какая-то читерская машина. Ну да ладно, давайте скины посмотрим. Потому что это полная жесть. Реально какая-то читерская машина. Мне интересно, сколько мы до максималки сможем разогнать. 3 миллиона скин. Такое себе. Давайте такой купим скин, короче. Спасибо. Бизнес недостаточно продуктов. Благодарю просто. Замечательно. Ну ладно, похер. Я интересно, сколько она максималку сможет разбить. Надо будет, блин, а где можно найти какую-то ровную дорогу? По какому-то полю надо поехать, короче. Магазин оружия. Я думаю, тут казино находится. Я обратно нажал букву S, пацаны. Случайно. Так, это что у нас? 24 на 7. Ну, прикольно, что. Давайте попробуем разогнать до максимальной скорости. Только где это бы сделать? Лучше бы. Какую-то ровную дорогу, прям ровную. По полю, например. Сейчас, короче, попробуем. Фух, это, конечно, тачка жесткая, блин. Я не знаю, либо это GTR именно такое, либо все машины такие. Я реально в шоке. Это реально читерская машина. Сейчас пробуем ее разогнать ее просто до максимальной скорости. Хотел нитро поставить, но в тюнинге нельзя такого делать. Там вообще тюнинга нет, только ремонт машин.
Так, давайте, вот команда Help есть еще. Давайте посмотрим, что есть. Так, подкинуть игрока, список администрации, вспомнить игрока, начать слежку за игроком. Ну, тут все команда еще есть. Так, что там интересного есть? Оружие можем сделать себе, так. Скин, так. МП, а, это МП скин. Отцепить объект игроку. О. Так, а, так. Давайте попробуем. Ух ты, ёбаный, брат. Просто без комментариев, пацаны. Просто без комментариев. Короче, поехали с долларом на голове. В принципе, да. Спробуем разогнать его до максимальной скорости. Нам ехать в ту сторону, по идее, да? Сейчас я разгоняю и буду тормозить, короче. Сейчас пробую максимальную скорость разбить на ней. Какая только возможна. Сейчас эту хрень проедем только. Ебать у деревьев. Тихо, тихо, тихо. Кто же, блядь, знал, что деревья, конечно, да. Что-то их-то хуя как-то. Блин, дайте тачку разогнать. Блин, я по привычке нажимаю тормоз назад и тачку разбил. Я сейчас разобью просто. Так, надо объехать эту военную базу. Сейчас мы это сделаем. Сколько мы сможем ее разогнать максимально? Так. 250. 500. Ебать! Ебать! Увидели? 500 километров в час просто! Блять, а чё за хуйня? Увидели просто? Я начал резко нажимать SSS, и про это просто пиздец. Это просто пиздец, пацаны. Блять, как? Почему она так едет? Почему? Я не понимаю просто, я просто не понимаю. Спа в ноль. Че, ему сейчас заспавнить? Прикольно, так, ТП. Блин, не, я хочу еще раз прокатиться, это пиздец просто, блядь. Я таких скоростей в жизни не видел, это пиздец. Просто тачку еще в тотал разбил, блядь. Это просто это пиздец, просто не знаю, зайдите пробуйте. Я не знаю, это на этой тачке только такая дичь или нет. Это пизда просто, блядь. Короче, погнали еще раз попробую. Блять, может тут читы в модпаке или чё, блять, чё за хуйня вообще? Я просто не понимаю, чё это за хуйня. Пацаны, скажите, я, напишите в комментариях, кто знает. Просто я еду, вот еду, нажимаю V. И резко начинаю нажимать S много раз. И начинает просто ебашить по-жёсткому. Чё это за хуйня, расскажите. Ты чё, читы, блять, в модпаке или чё? Чё это за хуйня просто, блять? Я такого в жизни не видел. Чё за дичь? Так, я выехал более-менее ровное место. Сейчас мы проедем эту хуйню все, чтобы мы нормально просто взлетели. Я вообще не укупаю, как это, блин. Чем быстрее нажимаешь букву S, тем быстрее она летит. Я не знаю, что это за дичь, пацаны. Напишите, пожалуйста, кто знает реально. Так, разгоняемся. 600 километров там было. 800. 900. Чё за хуйня? 1000 километров там было или нет? 800 там было, 900. Просто 1000 километров. А, чё за хуйня просто, господи. Блять. Не, пацаны, я уже больше не могу. Короче, пацаны, заходите на сервер, IP, группа Modpack будет в описании. Напишите в комментариях просто, чё это за хуйня. Чё это такое? Чё это за, блять, сатанизм? Я не понимаю просто, как это просто? Как это возможно, блять? Просто, я не понимаю. Мы почти 1000 километров разогнались. 1000 километров в час, блядь. Карл. Это пиздец просто. Просто пиздец. У меня нету комментариев, пацаны. На этом, короче, пацаны, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно просто подписывайтесь на канал. Просто смотрите, это пиздец. Это просто 900 километров в час было. Я не могу выпрыгнуть. Я просто не могу выпрыгнуть. Это просто, блин, все, пацаны. Заходите, пробуйте сами. Я не знаю, что это за хуйня, в принципе. Либо это в модпаке такая хуйня, либо я хрен знает. Короче,
С меня достаточно пока что. Я просто в шоке, реально. Все, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.